Приветствую вас! С вами Анна Лиманская, прогноз погоды на 12 февраля. Изучив народный календарь, могу с уверенностью сказать, в этот день можно строить любые планы, они будут удачными. Это главная примета. Слово «примета», конечно, вызывает у нас улыбку и легкое снисхождение, но не стоит забывать, что приметы – это те толкования, которые базируются на коллективном опыте и фиксируются в коллективной памяти, а значит, толк в этом все-таки есть. Итак, что еще нужно делать в этот день или не делать? А нельзя ревновать, злиться – это плохая примета. Если за дверь выставить старую обувь, можно избежать ссор и разногласий в семье на будущий год. Если луна 12 февраля красная, будет сильный ветер, а если ветер поднимется, все лето жить нам с дождями. Вот и проверим, как работают наши приметы. Ведь в этот день нам точно дождя не обещают. В Краснодаре во вторник будет солнечно и воздух прогреется до плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный 6 метров в секунду. В Сочи плюс 13 градусов днем. Заметьте, температура немного ниже, чем в Краснодаре. На побережье края вообще в этот день чуть прохладнее, чем в южной столице, но солнечно и без осадков. В Анапе плюс 11, в Новороссийске также 11 градусов самая максимальная температура. Ветер юго-восточный 7 метров в секунду. Спонсор программы – строительная компания «Стройэлектросевковмонтаж». Отличные квартиры с ремонтом покупай, заезжай и живи. Телекомпания «Краснодар» и я, Анна Лиманская, желаю вам хорошего настроения. До встречи!